Приветствую, товарищи. Меня зовут Леня. Я активист левого движения. Нужно обязательно выступать против повышения пенсионной реформы, так как сейчас, именно сейчас, пишется наше будущее. Будущее дальнейших поколений. Например, будущее мое также. Заинтересованы в пенсионной реформе, а также в ее введении. Наши враги, с которыми мы должны бороться, это те люди, которые завлечены именно интересами капитала, а не интересами народа, не интересами своих сограждан, которые честно работают и честно должны получать за свой труд хорошие пенсии в старости. На этот вопрос очень легко ответить. Ведь по личности никогда не писалась история, нет ни одного примера. И именно с Путиным можно сказать то, что он просто буржуазная марионетка, которая просто слушает интересы капитала и которая движет во всей стране. Но именно сейчас многие придумывают себе кумиров, такие, например, как Путин или другие, то, что он либо страну разрушил, либо опять ее поднял, непонятно из чего. Но на самом деле дело в пассивности граждан, а также их неполитизированности. Недопущение пенсионной реформы может быть только одним способом. Это вовлечение их в политику. Так, чтобы именно народ выбирал себе будущее, а не буржуазные политики. За тебя решали, какую жизнь ты проживешь.